едет по Work and Travel. А я сказала, что ехала в Америке по Work and Travel. Подорвали. Подожди, нет, уйди! Но я же начала говорить уже! Ну, помоги еще сказать мне. Все! Не хочу! Заново! Это будет долго! Всем привет, меня зовут Вита. Знаете, когда я смотрю какие-либо фильмы, мне всегда интересно, что же происходит, так сказать, за кулисами, что остается за кадром. И всегда после фильма мне интересно смотреть какие-то смешные ляпы, блуперсы. Поэтому я решила, может быть, будет интересно и вам такое посмотреть. Потому что когда мы снимали сессийные выпуски про Work and Travel, про эту программу, про наше путешествие, у нас их столько накопилось, что я решила сделать для этого отдельное видео. Причем это будет не одно видео. Итак, то, что осталось за кадром. Часть первая. Первое, что мы ощутили, это была Москва, жара! Жара, танцуй до утра! Класс, мне солнце в глаза, ну конечно же, удобнее я не могла сидеть. Между листиками. У меня птичка. Я могу быстро, быстро, понимаешь, восстановиться, а ты нет. Baby, you can drive my car. Дубль 3. 33. Дубль первый, второй кадр там какой-то. Дубль первый кадр такой-то. Хабусь. Я поняла, зачем. Ты что, проснулся, собрался? Шикарная женщина. Возникла. Но показали вам все. Тут все ближе и ближе. Спихиваешь и спихиваешь. Да, мы приехали. Да я молчу, ты же сказала! Молчи, я просто проверяю. Молчу на меня или нет? А то только тут... Вот ты, видишь? Ага, конечно. На пианистку. Что он говорит, ты сказал? О, туристическая путевка. Мы купили тур. Дорогие дома с одинаковыми. Или ладно, умные мысли сходятся. Помимо того, что я решила разбить их на несколько частей, я еще решила разбить на несколько категорий, потому что у некоторых смешных моментов что-то есть схожее. Вот, например, когда включается камера, мы с Катей начинаем как-то готовиться, смотреть в фокусе, мы не в фокусе, уже начинается какое-то приветствие. И вот в эти моменты почему-то, когда мы, вот знаете, тяжело собраться, когда ты включил камеру, тяжело вот изначально раз так и собраться, вечно что-то происходит. Поэтому я решила заключить их в отдельный блог, пусть это называется приветствие. Всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. С чего? Сну. Тигель-тигель. А, Люлю. Меня зовут Вита. А я Кристина. Всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Всем привет, я Витёк. А я Христя. Кастрюля. Лопата. Вита-Вита. Всем привет. Нет, всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Мне не нравится. У нас на видео постоянно друг друга зовут Кристия и Витёк. И вот как люди поймут это? Витёк. Всем привет, меня... Не надо, потому что... Всем привет, меня зовут Виталия Владимировна. А со мной еще Кристина Николаевна. Привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Я хотела сказать, что меня зовут Вита. Всем привет, меня зовут Вита. Что ты орёшь? Потому что ничего не слышно. В сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о чем? Не знаю. Ехали мы туда со своим знаком. 120 лет. Ну, очень. Всем привет, меня зовут Вита, а я Кристина. И раз, и два, и три. Всем привет, меня зовут Кристина и Вита. Всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Правда ты? Ложь. Пошутили. Шутка года. Шутка года. Страсяны. Дунстяны. Милорад Бога. Все, сейчас ты. Шутники. Милористы. Габринчики. Аншлаг. Это было нормально. Побегунь, говорю. Всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Та-та.
Знаете, что еще захотелось мне включить в этот выпуск? Тот момент, когда, знаете, вот мы приготовились, допустим, говорить с Кристиной, ну, нужно как-то собраться, и у Кристины любимый момент говорит так: раз, два, три. Ну, и говорит что-то, чтобы я вроде как замолчала. И вот таких моментов раз, два, три у нас только насобиралось. Вот Саша не видит. Саша на сумку. А потом на видео такая: сумка. Раз, два, три. Пожалуйста, мне потом это резать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. В этом видео... Раз, два, три. В этом видео... Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я успокоила. Я поняла, что ты умеешь до 10 считать. Надо её каждый раз доказывать. 3, 2, 1. Потом. Раз, два, три. Ты кто далеко не стала. Сегодня у нас в выпуске. Летели мы в Лас-Вегас с пересадкой. Раз, два, три. Пересадка, раз, два, три. Раз, два, три. Летели мы... Что там? Сопро. Раз, два, три. Когда мы приехали в вашем... Раз, два, три. Четыре. Так она осталась. Раз, два, три. Очень часто мы с Кристиной снимали выпуски на природе. И вот всякие букашечки либо садились на камеру, либо заползали к нам в штаны. И мы еще немного побаивались клещей. Да, может, не родинка, ты глянь, лучше лупу дать. У меня там камера идет. 6 часов, каждый следующий час. Спасибо, что лупа села. Нормально? Я даже не видела. Сейчас ты не съела мозг. Давай, мы же клещи залазим. Там мух сидит. Пошла вон. Что ты меня туда покусал? Ну, Вася. Ну, почему меня не кусать? Помимо нежелательных букашек в нашем кадре, к нам часто в кадры попадали и люди. Дождались, молодец. Успеваю. Все идет по плану. Саш, не греби, пожалуйста. Где мне когда тебе? Саша! Эй, в отеле разобрались с чемоданы. Саш! Тихо! Человек пошел. Знакомым приехали мы. Тина, не продают на Кишинёва автобусы. Мы так стесняться будем. Да? Господи, сколько я человек уже видела, как мы это делаем. Ну вот я всегда стесняюсь, когда все смотрят. Давай, будем посмотреть. Ты стесняешься? Да. Нет. Да? Я так не могу расслабиться, мне надо расслабиться. Расслабься. Всем привет, меня зовут Вита. А я Кристина. Там шурдит Агля. Мальчики, вы нам мешаете. Надо сделать так, испортить вам все видео. Вообще завали тут все. Если вы еще не видели оригиналы этих видео, то вы можете пройти по ссылке в описании к этому видео на плейлист, в котором собраны все выпуски о программе Work and Travel и о нашем путешествии. Надеюсь, вам было интересно, и надеюсь, вы будете ждать следующую часть видео, что уже осталось за кадром, часть вторая, которая будет оценена под категориями. Ну а сейчас я хочу с вами просто попрощаться, пожелать вам хорошего дня, хорошего вечера, не знаю, кто когда смотрит, хорошего, интересного и насыщенного лета. Почаще выходите из дома, гуляйте, может, по возможности путешествуйте. Ну а мы с вами увидимся в следующую пятницу, пятницу-развратницу. Пока!
на терезинке дружбы. Раз это то, что осталось за кадром, то можно все вставлять сюда.